плагин, наверное, мешает звук, который записываешь в видео, этот звук он одолевает. Сейчас я покажу, как этот звук убрать в любой камере, в любом телефоне. Главное найти точно такой же файл. Так, идем на устройство. Папка систем. Медиа. Аудио. УИ. И вот здесь находится файл. Вот этот вот. Отвечающий за вот этот дотошный звук. Когда включаешь кнопочку запись видео, она пикает. Вот. Копируем этот файл в папочку на SD. Ну, чтобы потом в дальнейшем его вытащить на компьютер и переконвертировать в тот же самый формат OGG, только без звука. Ну, то есть получается тот же самый формат, вот видеорекорд OGG, тоже обязательно этого же формата, только без звука. Когда будете на программе комментировать, звук там убавить или там в ноль поставить процентов звук. Все. Когда это все дело сконвертируете, этот файл с компьютера, который без звука, кидайте опять в телефон на SD-карту.